Приветствую, дорогой зритель. Сегодня мы с тобой вместе посмотрим за играми одного из сильнейших ютуберов по PUBG Mobile во всем мире с никнеймом Whale. Отличный игрок, хороший геймплей. Ну и, конечно же, поздравляю тебя с наступившим Новым годом. Пусть у тебя все будет прекрасно. В 2024. Сразу же очень агрессивная игра. Прям, можно даже сказать, невероятно агрессивная. Прыгнули на верхний замок, на верхний этаж. Здесь интересно прикрывается специально сугробом от внешних ворот. Для того, чтобы соперник, который предположительно может там сидеть и крысить, не мог крайне легко его перестрелять. Ну и снова у нас дуо игрок плюс саппорт. Здесь очевидно, что тиммейт в виде Клоди будет помогать различными методами и как-то спасать Вейла из трудных ситуаций, или же отдавать фраги, или же выходить на различные размены первым, чтобы фокус был на него. А Вейл тем временем забирал игроков в ухо. Вот здесь сейчас, если запрыгнет на второй этаж, это будет достаточно неожиданно. Так и происходит. Игрок совершенно не был готов и не чекал. Все привыкли, что на этот этаж здания нельзя попасть никак, кроме как по лестнице. И подобный мув с окном может очень неплохо удивить вашего оппонента. Ой-ой-ой, как же он красиво перестрелял через елку. Напоминаю, что не все знают, что у елки практически нет текстуры, и она спокойно простреливается. Также, как и напоминаю, что спонсором сегодняшнего ролика является компания 1X. Самая надежная, с самыми лучшими коэффициентами. Поэтому, если вам нравится наблюдать за спортивными или киберспортивными мероприятиями, вы хотите подогреть свой интерес и улучшить эмоции от просмотра, то в закрепленном комментарии под этим роликом вы с легкостью найдете ссылочку, и там по промокоду ERAKES вы получите до $520 бонусом. Я желаю вам всем удачи и, конечно же, исключительно только побед. Закидывают гранатами игрока на втором этаже. Тиммейт пытается как-то его забаррикадировать снежками. Пока что хаешки не работают так, как надо. Второй раз пытается пропрыгнуть на балкон. Отлично это получается сделать. Но и Вейл пока не имеет 100% информации, где соперник. С помощью снежков он так прочекал. Если бы там был враг, то они бы заморозили его и превратили в снеговика. Поскольку там образовался сугроб, логично предположить, что врага там нет. Ну и тиммейт дает информацию о том, что последний чел в тубзике. Сейчас нужен хороший рикошет. Похоже, что это он и есть. Да, отличнейшая граната, которая не оставляет ни единого шанса. Не так уж много игроков, кстати, на локации. Осталось всего двое. Ну и тут такая крайне играющая разыгровка от Вейла. Еще одна хорошая граната летит вперед. Ой-ой-ой, как же он кидает эти хаешки. Посмотрите вообще, сколько импакту и сколько безопасных фрагов принесли Вейлу гранаты. То есть здесь он даже не выходит на какую-то конфронтацию, на какую-то стрельбу. Он просто разогревает хаешку. И человек умирает. Застилили фраг. Неприятный момент. Могло бы быть на одно убийство больше. Но какой-то парень решил, что ему этот бот нужнее. Хорошо откидывает гранаты. Отличнейшая перестрелка. Здесь вот Вейл выжил, потому что не стал стреляться до талого. То есть просел по хп. Чуть-чуть зашел за укрытие. Соперник потерял небольшой фокус и начал хилиться. А Вейл тем временем просто с прыжка попробовал свою удачу. И мы видим, что это сработало. Здесь
такие более неожиданные действия привели к хорошему результату, хотя соперник был силен, реально силен. Еще одна отличная хаешка. Гранаты в этом матче какие-то просто шедевральные. Ну и настало время заехать на общаге. Слышно было оппонента в этом здании, как он топает. Да, вон оно наверху, и тут какая-то интересная склейка. Интересно, с чем она связана. Пока не придумал, как вскрыть оборону соперника на верхнем этаже. Попросил у тиммейта еще парочку гранат. Не хочет выходить в открытую конфронтацию. Ну, может быть, кстати, из-за этого не так много фрагов у Вейла, и он перестал делать мировые рекорды. В одном из недавних видео я уже отмечал, что играет он чуть более осторожно. Он все равно играет очень агрессивно, но не так агрессивно, как остальные ютуберы, которые делают стабильно по 40+. Хороший здесь сейчас размен для Вейла. Тиммейт вышел первым, принял на себя весь удар, весь урон. Но размен, в принципе, равный. То есть там один нок и подъемочка, и здесь один нок и подъемочка. Но нет! Ха! Подожди, это странно. Либо их там наверху трое было, в чем я лично сомневаюсь. Либо соперник принял очень интересное решение. Вместо того, чтобы поднимать своего друга, он решил вот так вот пропрыгнуть и даже не зацепился за карниз. Но это, скорее всего, ошибка, за которую Вейл накажет, поскольку сейчас их уже двое на ногах, а враг один. Но чувак агрессивный, Вейл его тоже так осторожничает, побаивается немного, и посмотрите, это действительно правильно делает. Тиммейт выбегает первым, потому что он фуловый, и забирает этого парня от греха подальше. Кстати, вот когда у него вот так вот вылазит плашка, Вейл PUBG Mobile, я не знаю почему, я читаю Валеру. Валеру. Ну, бывает. Также, конечно, друзья, хочу сказать большую благодарность тем, кто подписался с предыдущего видоса. 28 новых человек. Добро пожаловать вам на канал. Еще одна шикарная граната. Ну, а тем, кто давно подписан и регулярно смотрит ролики, постоянным зрителям отдельнейший респект. Вы просто красавчики. Тоже неплохой зажим такой, киберспортивный. Тиммейта, к сожалению, забрали, но это не страшно, у него есть реанимация, он сейчас вернется. Зона уже такая, что, скорее всего, разлет будет ближайший, и я думаю, что он просто прилетит сюда на парашюте. Пока его L1. Немножечко его это, наверное, останавливает от жесткого раша, он и до этого не пер прям на пролом. Здесь тем более. Баррикадируется соперник снежками, и тяжелее Вейлу сейчас перебегать на это и расчет. Но да, прилетает вовремя тиммейт и в спину забирает соперника, поскольку тот был полностью сконцентрирован на Вейле. 19 убийств. Неплохо. Достойный, можно сказать, результат. Вот похоже, что сейчас будет 20-й. Нет, ни в коем случае нельзя останавливаться, добивать. Сильно просели по здоровью, и нужно, конечно же, отъехать похилиться. Конкретно сейчас зона бьет еще не сильно, поэтому можно уезжать в синку. Это не самая прям ошибка. Ну, это вообще не ошибка. Едет на скейте исключительно из-за того, что автомобиль уже слишком коцанный. Он начал дымиться. И даже с одного спрея с М416, скорее всего, он смог бы взорваться.
Неплохой прострел в смог, но, к сожалению, никто там не подставился. Ой, как жестко! Буквально за одну секунду слетает все здоровье, при том это еще и в третий броник. То есть тут чел очень хорошо зажал. Такой какой-то киберспортсмен нам попался. И сейчас самое главное, чтобы он не выглянул второй раз. Я не знаю, либо стреляет не он, либо по движущейся цели у него что-то как-то плохо получилось, потому что это сейчас был реально опасный такой проезд. Но Вейл решил сыграть тактически. То есть он просто переехал в более удобную для него позицию. Взял более комфортный угол для стрельбы по этим игрокам, которые явно катают неплохо. Ну вот она, смотрите, смена позиции принесла плоды. У ребят тоже нет транспорта, и они просто бегают пешком. И из тяжелой ситуации Вейл наоборот камбэчит. Ай, как же обидно, что здесь не долетело. Запрыгнул не для того, чтобы свалиться вниз, а для того, чтобы попытаться с помощью высоты увидеть какой-то пиксель. Ему буквально не хватило одного патрона. Может быть, этот бы патрон сейчас сработал. Интересная анимация. Если посмотреть на задницу персонажа, то вы увидите, как криво сделан скин. Кто тоже смотрел, тот красавчик. Это нормально. Мы все туда смотрим. Зачем еще нужны такие скины, правильно? Если бы никто туда не смотрел, то они бы и не продавались в таких количествах. И внимание, это очко! Хорошо. Отлично. Легко разобрал данный сквад, просто сменив позицию. Насколько вот такие, казалось бы, мелочи, да, решают. А сквад реально был тяжелым. Для победы и для перестреливания. Опасная ситуация с MG3. Данный сквад явно был не готов, что к ним кто-то приедет. Хотя Клоди забрали, и это уже с концами. Тут уже без альтернатив. Еще одна шикарная граната. Просто как же он накидывает. Соперники, несмотря на то, что были в кемпе, совершенно не были готовы, что к ним приедут. И, пожалуйста, мстит за друга. Мстит за то, что они добили его уже безвозвратно, и что Вейлу придется играть самому. Красивая анимация. Ну что же. Значит, будешь тащить соло. Какой-то парень с АМРкой. Это опасно. Но он был далековато, его, в принципе, как-то не особо слышно. АМР, по идее, было бы слышно. Оружие характерное и заметное. У Вейла есть укрытие. Есть достаточно хороший лут, поэтому все шансы взять топ имеются. Поезжает прямо на скейте, то есть решает агрессировать в эту сторону для того, чтобы закрыть тыл. Чтобы врага сзади уже не было. Ну и получается пока это сделать просто доесть. Думал, что здесь есть еще кто-то, но похоже, что единственный игрок. Без подмоги. Вопрос, где его тиммейт? Остается открытым. Неужели они настолько разделены, что находятся в разных концах карты? Не могу понять, это парень тимился или он так мансил прыжками? Нет, похоже, все-таки тимился. Но так или иначе, все равно есть игроки, которые, когда по ним начинают настреливать, а они находятся в открытом поле, начинают прыгать. Друзья, это совершенно неэффективно. Не делайте так. Двигаться зигзагами, как-то мансить, танцевать гораздо лучше и повысит ваши шансы на то, что вы выживете. Конечно, это не гарантирует, но
Это дает хоть что-то. Ну, за тиминг сейчас банят очень жестко. Я помню, еще секрет рассказывал, что там можно отлететь и на неделю, и на еще какие-то более долгие сроки. Да даже на день отлетать не хочется, когда твоя основная деятельность — это контент по PUBG. Поэтому совершенно неудивительно, что Вейл не тимится. Но я думаю, что игроки к этому относятся с пониманием. Да, вот, как раз таки ему присылают уведомление, предупреждение о том, что, братишка, давай как бы не занимайся такими вещами. В бан отлетать не хочет, так что агрессирует полностью. Здесь, кстати, интересный момент. Хоть и соперник тимится, но вот Вейл отыгрывает против него так, как будто бы это полноценный жесткий враг, который сейчас начнет по нему стрелять, и мы видим, так и происходит. То есть он из-за укрытия начинает настреливать. Чувак прям отыгрывает, отрабатывает. Вейл постоянно спамит приседания, постоянно зигзагает. У него похоже, что гранат нет, а у соперника имеются. Здесь, наверное, самое обидное будет сейчас, если чел умрет от синьки. Потому что Вейл очень жестко тратит на него время, ресурсы и вообще старается, но нет, он выбежал, выпрыгнул. Спасибо ему за это. Да, вот Вейл действительно благодарит. Красава, братишка. Сердечко тоже отправляет ему через видео, так скажем. Ну или, если тот будет наблюдать, то через эмоцию. И остается один на один, и это может быть супер очком. Я надеюсь, оно как раз таки будет. Еще одна разогревается хаешка, и судя по тому, какие филигранные гранаты Вейл кидает сегодня, это победа. Да, это супер очко! Еще один очень бодрый, интересный матч, также с большим количеством фрагов. Уже вот здесь вот есть двадцаточка. Я пришел на самом интересном. Общаги явно под контролем Вейла. Опять же выдерживает гранату. И посмотрите, к сожалению, очко скипнул, но может будет еще супер. Но уже у нас все было, так что нормально. Клатч Джоуи использует эту эмоцию каждый раз, когда кого-то жестко размотает. Ну и похоже, что общаги полностью им были только что зачищены. Чутка не хватило по урону. Будет ли сейчас ехать для того, чтобы закрыть этого парня? Похоже, что будет. А, есть олени. Здесь, кстати, играет в соло уже без тиммейта. Надо возвращаться, похоже, в здание. Сейчас его будут стрелять с нескольких сторон. Тот парень по таймингам уже готов отхилиться. Но Вейл решает сыграть более агрессивно. Это круто. Тут я ему респектую, конечно же. Это опасно, но это зрелищно. Нокнул. По идее, это сейчас был нок, нет? Нет, там было Савика. Вроде как этот парень стрелял по второму здесь. Прячется за снеговика. Да, с помощью сугроба легко достаточно забираться на такие крыши. А, вот он. Ой, глянь, его даже видно не было особо. Ха-ха, красиво. Просто гелекостюм, конечно, решает в траве, но никогда расстояние больше 150 метров. Там трава не прогружается, и все прекрасно видно, особенно когда ты в фокусе, как Вейл. Интересный парень с какими-то крутыми скинами, и он, похоже, скачал какие-то читы на непопадание по нему. Потому что я не знаю, как он так долго жил. Второй тоже напролом, как танк прет.
вообще бежит напрямую прямо на Вейла, ну и эта тактика у пацанов не сработала. Ну лайк за креативность. Решается полностью забаррикадироваться, чтобы никто по нему ниоткуда не пострелял. Ну, пошли монтажные вставочки. И какой-то хороший выстрел. А, нет, это даже игроки стреляются между собой, ну это вообще отлично. Получится ли залететь? Нет, получается, олень не так хорошо поднимается вверх. Но, в принципе, нормально. Всегда очень тяжело пушить вот эту лестницу. Но, видимо, не для Вейла. Здесь было прям крайне просто. Что же, будет ли еще одно супер очко? Я надеюсь, что будет. Но соперники что-то стреляются между собой. Вот там вот ноки идут. Да есть, нет, не успевает. Ай-яй-яй-яй-яй, как опасно! Опасно выпрыгнул. Чисто выжил только из-за того, что залез обратно в оленя. Крайне опасно. Но агрессивно. Сразу же накал срастей, сразу же эмоции. Это круто. Вот такой Вейл нам нужен. И остается 1 в 2. 29 может быть максимум. Кстати, забавно, что игра закончится на такой зоне достаточно большой. Прям необычно. Ранг ас, кстати, у этой катки. Ну, вообще, вот сейчас Вейл на асе играет. Ха, добил сковородой. Ну и давай, 29-й. Надо затащить. Ни в коем случае не проигрывай. Давай, бро, давай. Хорошо!